Такого развития событий я не ожидал. Оно боится света. Да, это тот самый ужасный дом, где я провел в подвале без еды и воды 2 дня. Это тот самый дом, где скрипело зеркало. Это тот самый дом, где творился такой ужас, что до сих пор страшно вспоминать. Всем привет, друзья! Меня зовут Тима Розов, и сегодня вторая ночь, которую я проведу в доме подписчика. Как я выяснил, в этом доме до сих пор что-то есть, что-то злое и враждебное. В планах на эту ночь провести несколько экспериментов, но первый касается техники. Камера, которая была направлена на дверь, хорошо, что камеры бронебойные. Просмотрев видео с камеры, которая была направлена на дверь в момент скрежета когтей, я не увидел, как они появляются. Сейчас я попробую реконструировать эти события и провести опыт. Реконструкция событий. Камера номер 1. Я воспользуюсь топором. На самом деле мне даже так не видно глазами отсюда при свете. То есть сейчас там есть следы. Я попробую сделать новую. Но даже сейчас не вижу. К моему большому сожалению, эти камеры ночные не обладают высокой детализацией. Вот. К сожалению, это очень плохо. Я тоже хотел видеть эти следы появления именно. Но, как видите сами, это увидеть невозможно с помощью этих камер. Друзья, многие из вас пишут, что огонь свеч является неким проводником и может помочь выйти на контакт. Я зажег 3 свечи и сейчас попробую проверить это. Здесь есть кто-нибудь? Если ты тут находишься, ты можешь мне назвать свое имя? Как я могу к тебе обращаться? Был какой-то звук. Где? По-моему, в мою сторону сейчас. Сейчас я думал. Как будто бы что-то было сейчас. Твою мать! Пипец, друзья! Я сейчас не этого ожидал! Пипец, друзья! Я сейчас не этого ожидал! Я никак не этого ожидал! Здесь все мне сейчас послышалось!
Походу мне не послышал. Друзья, я вовсе не этого ожидал. Я пришел сюда провести сеанс. Возможно, запечатлеть призрака. Но это дыхание, эти шаги. Это не может быть по-настоящему. Это все мне послышалось. Тут есть кто-нибудь? Как тут холодно. Реально чувствуется холод. У меня даже пар. Кто ты? Охренеть. Температура. На кукле 3,9 градуса сейчас. Реально пар, реально холод. Три и девять градусов. А на измерителе. На измерителе показывает вот 2,7 градуса по Цельсию. 2,8. Колеблется температура. Ты можешь мне показаться? Почему-то тишина. Но температура упала реально с 15 градусов до 3. Этот голос, этот шум, все это означает, что оно сейчас здесь. Здесь. Черт возьми. Свечки. Походу, оно боится света. 100%. Оно боится света. Почему свет все время и выключался?
Друзья, походу оно ушло. Мне сейчас надо просто подумать. Что делать дальше? Такого развития событий я не ожидал. Я мог ожидать голоса по ЭГФ. Я мог ожидать движения каких-то предметов. Но то, что произошло в той комнате, этого я не ждал. Поэтому, собственно, и закрыл дверь. Сейчас, кстати, в той комнате на кукле, кстати, сейчас потеплело. 10 градусов тепла. 10,3. 9,7. То есть, реально, после того, как оно ушло, в той комнате стало теплее гораздо. Итак, друзья, надо все-таки взять себя в руки и попробовать сделать дело до конца. Сейчас я выключу все фонарики, выключу свет, вытяну батарейки, останусь только при свечах и попытаюсь еще раз выйти на контакт. Походу. Походу, свет мне самому выключать уже не пришлось. Я вытащил все батарейки из фонариков. Я обещаю не включать свет. Я прошу тебя прийти ко мне и ответить на мои вопросы. Почему ты здесь находишься? Как тебя зовут? И как я могу к тебе обращаться? Что тебя здесь держит? Охренеть. Оно что-то мне сказало. Что-то было. Я совершенно не разобрал, что. Но слышал какие-то помехи. И, как я понимаю, на этом все. Включился свет, как в прошлый раз. Прошлой ночью, когда я тут был, температура еще больше на кукле сейчас повысилась. 11,1. Десять и три.
Итак, друзья, сейчас я закинул с этого микрофона, которым я писал, с этого микрофона звуковую дорожку на компьютер. Хочу попробовать послушать то, что мне сказала эта сущность. Вот. Специальной звуковой программы на этом компьютере у меня нету. Вот, Audacity или какой-то подобный, поэтому попробую послушать при помощи программы для монтажа Sony Vegas. Так, это было практически в самом конце. У меня мышка с собой тоже не взята. Оставил дома. Наверное, где-то здесь. Нет, это пораньше надо. На мои вопросы? Да, вот здесь. Почему ты здесь находишься? Здесь, наверное, дверь открылась. Ага. Слышите? Это дыхание. Есть. Да. Так, друзья, пока расшифровывал. Пытался расшифровать, села основная камера, вот, которая снимала экран. Точнее, не села, а села флешка на ней. Как вы видите, я слышу там три слова. Это подвал, смерть и тайна. Возможно, это всего лишь мое мнение, я так слышу. Если вы проверите, возможно, вы услышите что-то по-другому. Но там явно что-то есть. И, как я сказал уже, для меня это три слова. Подвал, смерть, тайна. Итак, друзья, эту запись я отдам Надежде Ляме. Она, как профессионал в этом деле, почистит звуки. И если подтвердятся мои слова о подвале, то я, в принципе, догадываюсь, что речь идет именно об этом подвале, об этом подвале. Когда я говорил о подвале, свечки странные. Вот, но я подвал в этот не полезу. Это может быть также ловушкой. Вот, по крайней мере, не полезу пока, не полезу в это время года. Сейчас зима и очень холодно. Но я обязательно сюда вернусь. А пока с меня хватит. Сейчас я собираюсь и уезжаю домой. На этом, друзья, все. Всем пока.